Так, ладно, ребят, ребят, это мы сколько с вами в зомби-апокалипсисе, правильно? Долго. Посмотрим, сейчас узнаем, разберемся. Так, ку-ку, ку-ку, но его, кстати, нету, я не вижу. Где он? Что я сейчас сделал? Знаете, это определенно глупо. Ребят, не делайте так, если вы в зомби-апокалипсисе. Не делайте, потому что это как минимум неправильно, и как максимум это слишком неправильно, потому что вы подвергаете себя опасности и опасности тех, кто находится с вами. Так, ну ладно. Год, 26 апреля, суббота, 1:23 ночи. На Чернобыльской атомной электростанции случается крупнейшая техногенная катастрофа в мире. Третья ночная смена, я спецовки проверяю. Неисправность управления, реле давления. Отбери утомление, забудь перчатки, волнение. Хочу вернуться, таково мое стремление. Оборачивая скрип, земля дрожит. Резко чем-то ослепила, кто-то бежит. А теперь я оглушила, еще чувствую боль в груди. Когда пришел в себя, увидел ужас впереди. Товарищи все обгоревшие лежат. А это что? Это рука. О боже, я узнал ее. Обручальное кольцо на пальце безымянном. Вспомнил свадьбу, свою семью, родной дом. Я чувствую холод, труднее становится дышать. Теперь я понимаю, что такое умирать. Вмиг стало все белым, вокруг пустота. Вся жизнь перед глазами промелькнула, а за ней темнота. Ужин, окей, так, умирай. Йо! Ай, больно, жопка. О, господи, ребят, меня чуть зомби не убил сейчас, по-моему. Он на меня что-то наложил, я так и не понял, что, но мне кажется, я заражен. Хотя вряд ли, я не буду, скорее всего, заражен. Ну ладно, мы посмотрим, кто у нас там. Ну там у нас зомби, смотрите, полицейская машина. Окей, а вы знаете, этот город, в принципе, по-моему, поменьше пострадал. Не, шутка. И он, кстати, тоже начал обрастать, причем, как вы можете заметить, этот город обрастает очень-очень быстро, то есть реально растет и растет все на нем, как на мне борода. Так, ладно, стой, можно не идти всем сразу. Ну-ка, давайте, опа. Блин, классная винтовка с глушаком, это очень даже прикольно. Так, он меня, ага, он меня тоже все равно увидел. Пипец, но трупы здесь более разложившиеся, то есть вы сами можете заметить, они прямо... Ой, там какая-то девушка. Я вышел посмотреть, но извини меня, Дивуня, мне, к сожалению, нужно попасть в какое-нибудь здание, потому что по-любому здесь есть выжившие. Я, конечно, не уверен, но Зона отчуждения, забыты всеми, все мечты, ужасное прикосновение тела все руки. Но как ты ни крути, это история. Будет в памяти останется зловещая Чернобыль. Зона отчуждения, забыты всеми, все мечты, ужасное прикосновение тела все руки. Но как ты ни крути, это история. Будет в памяти останется зловещая Чернобыль. На базу. Ну что ж, друзья, собственно говоря, мы прибыли. Я очень надеюсь на поддержку военных, потому что, ну, по крайней мере, вот этих вот чуваков я очень сильно надеюсь, что они нам помогут, потому что, ну, серьезно, это просто капец. Я не знаю, что на данный момент делать. У нас нет ничего. Это просто жесть. Так, сейчас я посмотрю. У меня тут... У меня, кстати, еще ключ от верхнего этажа. Не, у меня еще есть два боеприпаса. У меня есть еще боеприпасы. Я думал, у меня кончились боеприпасы. Алло, это не по понятиям, я считаю. Ну окей, здорово. Что ты, кстати, здесь тут встал? Здорово. Слушайте, мы хотим попросить вас уйти прочь с этого здания, ибо из-за вас слишком много шума и проблем. Тут зомби со всех кругов сбежались. Да ну я спасал. Поэтому давайте вы просто уйдете. Нет, можешь попробовать нас выгнать. Хе-хе, да плевать я хотел. Мы уйдем завтра. Друзья, я не знаю, что из этого выбрать, но, скорее всего, вот это, да плевать, потому что я не хочу с ними, как бы, я не хочу ни с кем пока что наводить плохие отношения, я это умею сделать, поэтому я лучше не буду, ребят, просто... Взорвался четвертый реактор, пожарники в пути. Погибло много людей, о боже, помоги. Первым был Валерий Ходынчук, снесенный одним махом. Много лет уже прошло, а он и сейчас под саркофагом. Его так и не нашли, хотя что искать. И больше не увидит своего родного сына, мать. А сколько там еще людей погибло, сколько обличилось. А сколько жителей тогда еще не знали, что случилось.
им даже не снилось. И даже когда город спал, какую картину кто-то им нарисовал. Становится опасно, радиация отдаст, а кто-то поливает огород, а кто-то пьет квас. В общем, все работали, а вечером гуляли, они ничего не знали, от них это скрывали. И лишь потом все жители узнали, радиация впервые слышат после войны, эвакуация. Зона расчтения, забыты всеми все мечты. Ужасное прикосновение дьявольской руки. Но как ты ни крути, это история. Вы в памяти останется зловещая Чернобыль. Зона отчуждения, забыты всеми все мечты. Ужасное прикосновение дьявольской руки. Но как ты ни крути, это история. Вы в памяти останется зловещая Чернобыль. Чернобыль, мило сердце нашей страны. После взрыва ветераны вспомнили минуты войны. Перегрузка реактора, чьи-то опыты. Или, быть может, излишек некачественной работы. Три дня горел реактор. Три дня, у страхи каждый человек дрожала земля. Тысячи героев приняли вызов огня, вдыхая смертоносный туман дня. Мы помним... Okay. Короче, ребят, ну я не знаю, серьезно, мне ее так жалко на самом деле, потому что, ну типа, лол, ну ладно. Давайте мне, не знаю, поговорим с ней, может быть она хотя бы что-то сможет сказать. О господи, что теперь делать? Мне незачем больше существовать, убей меня, прошу. Да нет, что, больная? Хорошо, хорошо, без проблем, и топором я ей поговорю. Тукс. Ладно, чуть-чуть, не смешно. Нет, ты пойдешь с нами, мы постараемся тебе помочь. Зачем тебе такая обуза, как я? От меня толку-то нет. Потом говорить будем, двигаем. Да. Мы помним на земле явление ада. Отсутствие здоровья к старости за подвиг награда. Герои погибали в страшных муках. Последствия аварии отразилось на детях и внуках. Не стоит искать еще кто прав, кто виноват. Трагедия произошла, да, и это факт. Прошлый век ушедшие герои, о них скорбим. За спасение нашей жизни вас благодарим. Зона отчуждения, забудьте всеми все мечты. Ужасное прикосновение дьявольской руки. Но как ты не крути, это история. Вы в памяти останется зловещая Чернобыль. Зона отчуждения, забудьте всеми все мечты. Ужасное прикосновение дьявольской руки. Но как ты не крути, это история. Вы в памяти останется зловещая Чернобыль.